перетасовывает железные и... Учебное оборудование предназначено для того, чтобы студенты собрали, настроили пневматику, электрическую схему и запрограммировали в итоге контроллер. Вот он и выполняет простейшие логические задачи. Но вообще с собой он эмулирует автоматизированную линию, допустим, с какого-либо завода по сортировке. Там фотоэлемент получается, который определяет... Там есть оптический датчик, он служит на наличие материала индуктивного, на распознавание. Если там железо. Металл или пластик. Вот, допустим, сейчас что я сделал? Закрыл наступление материала, он понял, что ничего нету, сам остановился, условно говоря, какая-то неполадка на заводе или что. Как только запустилось производство дальше, он сам так же включился без вмешательства человека. Все понял. Продолжил заниматься своей задачей. Очень хорошо. Спасибо. Это чье? Сколько стоит? От 800 тысяч до 2 миллионов. Робот-разведчик. Все так дорого. Там какие-то сплавы специальные. Супер.
не могу сказать, почему так дорого. Знаю, что у нас по таким ценам. Это в розницу, да? Да. Ну, технически это колесики, система управления. Да, шасси, система управления, передача сигнала, взор камеры 60 градусов, шифрованный сигнал. А-а-а, еще софт к нему. А, и еще вот эта штука. Да. Так. Для обороны, для охранных систем, для военных. Да, ну вот. Управление вперед, назад, право, влево, кнопочки. Подать звуковой сигнал, свет. Инфракрасная подсветка. Каналы переключаются. Можно несколькими роботами одновременно управлять. Угу. И еще две кнопки спускные, да? Да, не помню, сейчас не скажу, что. Ага. Черно-белое изображение, камера хорошая. 640, а сколько роботов может одним устройством управляться? Четыре. Четыре канала, да? Да. Ну, соответственно, уровень зарядки, пульт, робот. И у робота тоже уровень зарядки, да? Да. То есть его подогнать желательно, когда там разряжается. Да. Ну, вот активные работы. А батарейки на сколько хватает? На час. На час. Непрерывно работает. Очень хорошо. Здорово. Все классно. Здорово. Вот. В комплекте. Он получается, он не падает, да? То вот есть... его с 9 метров можно скинуть, ничего не будет. А если он упадет вдруг, его можно перевернуть. Вот. Вот картинка перевернулась. Раз. Ну-ка, еще раз. Так, картинка перевернулась и... Ну, джойстик. А, просто назад едем, просто. Да? Понял. Отлично. Блин, вот придумывают всякие навороченные системы. Здесь два колеса. Все, больше ничего не надо. Это аналог еще американский. То есть внешний вид взяли наши разработчики с американцев. Но у них активно используется там вот с матом. Не закидывают, даже смотрят, что там происходит в помещении. Дальше уже сами люди заходят. Очень хорошо, спасибо. Такое. Вот это да. Это гироскопизированная платформа для камеры. Камеру крепим. Ага. Если что-то летит, дрожит, наклоняется, ага. Камера не подвижна. Понял. Доставка пицц – это первое, да? И потом доставка любых грузов. Вот сколько стоит сейчас, да, купить его? Я не подскажу, потому что это проект просто в рамках нашей экспозиции. То есть это не мой проект. Ну, примерно. Я совершенно другой тематикой занимаюсь, как вот про квадрокоптеры. Так, вот это лучше вам сказать. Ну и про этот проект. Ну, про квадрокоптер это, в общем, известно. Вопрос, сколько стоит уже, когда коммерческие предлагают там китайские, а уже с корпусом, там, с батарейками, с пультом, там, с камерой, да, там, то что мы можем предложить взамен? Понятно. Ну, вот я поясню, что как бы именно вот эта задача, которую решают ребята с этим проектом, он направлен на автопилот. То есть они делают систему, которая будет следовать по маршруту, в нужных точках, нагибать препятствия, автоматическая посадка и так далее. А это платформа, на которой они отрабатывают эти решения. Вот. Насколько она коммерчески доступна у них, я, честно говоря, не возьму сказать. Но идея такая, что они делают этот автопилот, этот софт, эти интеграцию с датчиками, которые можно потом на любую платформу, в которых уже, наверное, сотни продаются в мире, поставить и работать. Абсолютно правильный подход. Потому что софт – это самое главное.
железо китайцы напечатают столько, сколько надо. А там возникает то, что софт, он должен быть умным, желательно с искусственным интеллектом, чтобы действительно огибал. А это чья, получается, Тусор, да? Да, Томский. Очень хорошо. Ну, кстати, ну, передовые вообще в мире, можно сказать. Хотелось бы надеяться. И в том числе и для автомобилей. Вот это вот как раз радиолокационная система, это моя тема. Мы занимаемся радиолокационными датчиками. Транспортные средства, беспилотные. Вот вчера КАМАЗ, да? С КАМАЗом мы тоже работаем. Получается, вы в этом, в НТИ, в Аэро и Автонет, да? Нет, ну там мы как-то туда не добрались еще. Еще не знакомы или не сотрудничаете? Ну, надо знакомиться, есть ОСИ, да, НТИ, и под это дело даже деньги выделяются, поэтому... Ну, вот мы сейчас выходим на стадию, когда первичных разработок и первых там прототипов начинаем получать заказы и как-то работы. Поэтому вот это вопрос, скажем так, наверное, развития следующего шага. Ну вот здесь, пока здесь находитесь, да, получается... Это прототип. Ну, я понимаю. Я имею в виду, здесь пока в Москве, вы же из Томска, да? Ну, давай так. Здесь возможность познакомиться, пообщаться. Вчера, позавчера были круглые столы, сегодня, я так понимаю, люди участвуют, в том числе, ну, в общем, ну, я думаю... Андрюха, тебе привет. Надо, в общем, Андрюха. Ходить. Шариками, да? Не, он сейчас воздухом. Ну, сейчас воздухом, понятно. Ну, в принципе, шариками. Да. Так, ладно, хорошо, спасибо.